44-летний актер и режиссер занял ребенка во время отсутствия Ирины Шейк. Брэдли Купер запечатлели с Леей на улице. Известная пара после расставания демонстрирует взвешенный подход к воспитанию ребенка. Девочка проводит время как с мамой, так и с папой. 33-летняя Ирина Шейк вместе с подругой Стеллой Максвелл принимает участие в съемках в Майами. На это время заботы о Лее легли на плечи звездного папы. При этом он не стал оставлять дочь на попечении няни, а предпочел провести совместный досуг. Купера заметили в Нью-Йорке, когда он нес дочь на руках. Они бродили по улицам Вест-Виллиджа. Девочка была одета в голубые джинсы, черную шапочку, ярко-желтую курточку и кроссовки. Компанию Брэдли составил его друг, всемирно известный комик Дэйв Шаппелл, Дэвид Шаппелл и его семья. Дочь Дэйва хорошо знает Брэдли и привязана к нему. Во время прогулки она держала Купера за руку. После того, как Лея решила продолжить путь самостоятельно, она доверчиво взяла за руку свою взрослую подругу. Ирина Шейк в это время порадовала поклонников горячим снимком. Топ-модель запечатлела свою роскошную фигуру в оранжевом бикини. Ирина сделала снимок в отражении зеркала у барной стойки, заставленной бокалами и напитками. «Мне со льдом», — написала она. Ранее Шейк поделилась снимком со звездной подругой. Топ-модели позировали в черных купальниках. Они показали стройные фигуры и бесконечные ноги.